Очень большие ошибки в колоратурах делают. Колоратуры одну гласную берут и провозят ее, пытаются провести по всей линии. А каждая нотка должна обязательно иметь свое смыкание голосовых связок. Если вы поете вот в этом месте, вот в этом, то у вас не будет хорошей колоратуры. Нужно петь вот здесь. Не здесь, а вот здесь. То у вас получится. И колоратуры должны быть быстрые. Потому что в них тогда правильно работает, в их производстве работает организм. Когда медленно все так пробивается для чистоты, но не делают общую линию. Поэтому иногда близкое, на самом деле далеким оказывается. То есть человек говорит, а теряет рождение резонанса, который делает. Должен быть быстрый рожденный резонанс. Вот. И кажется человеку, что это неправильно, что я нечисто пою. А на самом деле постепенно там будет чисто. А вот когда все по одной нотке и медленно, это как раз вот логичное оказывается очень далеким и неправильным. Всего доброго.